Привет всем! Сегодня мы с вами сделаем салат из картофеля. Очень простой, но очень вкусный. Здесь у меня 5 штучек вот таких картошки. Я уже 4 штуки нарезала вот такой соломкой. Чуть потолще, чем на корейскую морковку. Вот так нарезаем. Такими кольцами. Нож нужно взять тонкий, хорошо наточенный. И вот так нарезаем соломку. Все просто. Тем временем у меня закипает вода. Воду солить не нужно. Отправляем нашу картошку в кипящую воду. Минуты 2-3. Здесь у меня порезан лук полукольцами. Я его потом залью той водичкой, в которой сварится морковь. Секунд на 15, чтобы ушла горечь. Картофель у меня варился около 3 минут с момента закипания. Картофель должен быть такой как бы тверденький, но и не мягенький. Сейчас он немного остынет и будем продолжать. Теперь добавим сюда специи. Посолим. Когда солим таким образом, соль так как будто бы не очень вредна, чем когда мы варим продукты. Посолим по вкусу. Добавлю красного перца. Тоже по вкусу. Я особо остро не люблю. Чуть-чуть. Черного перчика тоже добавлю. Немножечко. Перемешаем. Добавляю растительного масла. Не переборщить. У меня грибочки опята вареные. Собирали в июле. Нет, не в июле. В середине августа. Лук полукольцами сюда отправляем. Перемешиваем. Так, где-то у меня там еще зеленый лучок. Сейчас добавлю немножечко. Это лук-порей. Замороженный. В общем, по вкусу. Главное здесь у нас картошечка в этом салате. Поставим в холодильник и пусть настаивается наш салат. Салат постоял в холодильнике 30 минут. Я уже попробовала. Очень вкусно. Такой нежненький. Картошечка. Вообще вкуснятина. И похрустывает. И не сырая, и не мягкая. Грибочки. Вкуснятина. Вон какой маленький-маленький опеночек. Он очень вкусный. Этот салат можно приготовить с вареным мясом. Также его мелко, тоненько соломкой порезать. Можно пожарить мясо, колбаску, ветчину, курицу. Даже просто так, одна картофель. Специи добавляйте по вкусу. Получается простой, но очень вкусный салат. Его даже можно поставить на праздничный стол. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал.
Будьте все счастливы и здоровы!